Ребят, всем привет! Сегодня у меня токарные работы. Решил снять видео. Поступил заказ. Выточить 12 переходников. Резьба наружнее. Трубная 14 ниток на дюйм. Профиль 55. Покажу на примере одного переходника. Как делаю это я на своем замечательном станке. И кому интересна тема видео, усаживайтесь поудобней, налейте себе чайку или что-нибудь покрепче. А я начинаю. Поехали. Переходники я буду точить вот с такого вот шестигранника на 28. То есть переходник наружная резьба, и тут грани я ставлю под ключ. Заряжаем шестигранник в патрон токарного станка и погнали. Диаметр заготовки под резьбу 20-95. Так, резцом коснулись. Померили. Так, 24-79. Забьем бусы. Так, все, обнулим. Забиваем. Минус 24.79. Интер. Отлично. Все, точим. 20-950, короче, точим. Ребят, я думаю, с диаметра 24-790 до диаметра 20-950 мы снимем за один проход. Вот так вот. Все, теперь поехали. Так, фаску на торце я снял. Сейчас отрезным резцом прорежем канавку под выход резца при нарезании резьбы. Потом на второй стороне сделаем такую же процедуру, тоже нарежем резьбу. Ну а в оконцовье уже просверлим отверстие. Канавку сделали, сейчас настрою резец. Как я уже и говорил, профиль 55-й. 14 ниток на дюйм. Резать резьбу будем на 200 оборотов без размыкания маточной гайки. Будем пользоваться ножным тормозом. Резать резьбу буду не по лимбам, а при помощи также уцы. Так, проверяем резьбу. Так, все уперлось. Все, отлично. Отлично. Теперь при помощи отрезного канавочного резца сделаем разметку. Сколько миллиметров мы оставим шестигранника под ключ. Ну и само собой отрежем заготовку так, чтобы со второй стороны повторить то же самое. До конца никогда не дорезаю, чтобы не подломать пластинку. Лучше вот таким вот образом.
заготовочку отломать. Теперь зажимаемся за шестигранник, протачиваем до нужного размера вот эту вот сторону и также нарезаем резьбу, а потом просверливаем внутреннее отверстие. Так, ну все, выставились, зажали, проверяем. Отлично. Теперь также по УЦИ проточу до нужного размера и начнем резать резьбу. На второй стороне нарезаем резьбу таким же принципом. Смазываем. 200 оборотов, 14 ниток на дюйм. Без размыкания маточной гайки. При помощи ножного тормоза. Так, нарезали резьбу на второй стороне, проверяем. Все, отлично. Теперь просверливаем сквозное отверстие. Так, ну все, переходник один готов. Еще один из таких нужно будет сделать. Я показал вам на примере одного переходника. Если шибко не торопиться, то по времени на один переходник уходит в районе 15 минут. Мне их заказали 12, вот и считайте. Отверстие внутреннее на 12 мм. Эти переходники будут стоять на воздухе. Поэтому заказчик попросил меня сделать отверстие не больше 12 мм. Друзья, за один переходник я заказчику озвучил сумму в 150 рублей. И он согласился. Конечно же, за 150 рублей можно такой же переходник купить в магазине, но он будет не таким, он будет тонкостенным. Ну а это уже как получается спецзаказ, он будет сильно тянуть, будет стоять на воздухе. Нужна толстая стенка, маленькое отверстие 12 мм. Поэтому сумма 150 рублей за один переходник его не смутила. И плюс, конечно же, ему надо сделать их быстрее. Через 2 часа приедет и заберет. Поэтому, ребят, буду работать дальше, изготавливать остальные 11 переходников. А на сегодня у меня все. И кому понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями, прокомментируйте видео. Ну а я с вами надолго не прощаюсь. Всем пока!